Бывший главврач областной больницы Любовь Быкова остается в СИЗО. Октябрьский райсуд удовлетворил ходатайство следователя под стражей. Быкову оставили до 29 мая. Об этом сообщила старший помощник руководителя регионального следкома Ирина Минина. Напомним, Любовь Быкова в СИЗО находится с начала ноября. Заведено два уголовных дела. Экс-руководителя областной больницы обвиняют в растрате бюджетных средств, которые выделялись на покупку дорогостоящего томографа и получение взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2019 году Быкова получила 1 миллион 450 тысяч рублей от коммерческой структуры. За это она должна была способствовать победе фирмы на торгах по поставке медоборудования в больницу.